Эти отважные люди 24 часа в сутки спасают жизни криворожан. Они всегда на чеку. Их появлению рад каждый, кто попал в опасность. Свой профессиональный праздник они отмечают не за столом, а на работе, на вызовах. Он предназначен уже более серьезней для тушения пожаров, таких как квартира, сарай, гараж. То, что здесь уже тонна воды, двигатель дизельный, очень экономный, расход идет очень маленький и тоже оборудован аварийно-рятувальным обладанием. Это аппараты, бензорез, ножницы. Этот и другие автомобили есть в каждом районе города. Их используют ежедневно. Благодаря быстрой реакции спасательных групп в Кривом Роге своевременно тушат пожары и вытаскивают людей из искореженных машин во время аварий. Выставили технику пожарно-спасательную, которая есть на вооружении города Кривого Рога, и на которой личный состав 3-го отряда выезжает на тушение пожаров, ликвидацию ДТП, разбор конструкции, обвал, откачивание воды, если затопление. Связанные как с природными явлениями, так и с техногенными. Женя и Никита учатся в 5-м классе. После школы ходят на тренировки, занимаются спортом. Евгения выбрала для себя регби, а Никита – борьбу. Сегодня они вместе с классом пришли на праздник к пожарным. Нам дуже сподобалось, і мені запам'яталися усі, і весь інвентар пожежників, він якийсь незвичайний. Мені сподобалося їхня тактика, як вони рятують, як вони підкладують щось, як вони розпиляють, як вони все роблять. Ну, це герої, але справжні. Всім хотілося б бути, тому що це як Супермен, тільки у реальному житті. Самые большие спасательные службы Кривого Рога находятся в Покровском, Металлургическом и Ингулецком районе. Всего горожанам помогает более 300 человек. С праздником спасателей поздравляют Николай Чирва, Максим Пономарев и весь Первый городской.